Это было прямое попадание в дом с 82-й мины. В начале села. А тут говорили, что есть где-то бабушка какая-то. Да, бабушка, но она получается, я не знаю, как она вообще. Мне не понять этого даже. Скажу так, концы с концами сводит, она в огороде копается, вот на передовых позициях дом находится, ее она там в огороде что-то копается. Я да. Сейчас начала садить огород, это самое сеять, и у соседей. Приедут соседи, а хаты немає. Ну може якась бурячина, морквина, мені нисколько не надо. Есть семена, есть это, хай беруть это самое, скільки мені надо. Скільки, у мене вон у подвалі лука, морковки, буряка, картошки, оно мені вже, ну сколько мені надо. Я тобі хочу сказати, ми даже не хочемо кушати, коли стріляють. Вчора ребята йшли, сказали, після восьми, та саме тетя Люда, не рискуй, так оно й було. А сьогодні, говорю сина, він сказав, время ніхто не знає, і воно не потрібно нікому. Перший буде сильний і в підвал. Ну, я думаю, вам ближче к підвалу треба зараз краще. І ми в підвал ходимо, в будь-який. На якому підвалі засипає, в будь-який підвал заходимо. Ну, як говорять, які посильніше, ну, туди ж не завжди добіжиш, а в будь-який підвал спускаємося. У мене підвал слабий, я в сусідки. Кушать ми готовим, чаю п'ємо, там туди знаходжуся. Мене ніхто не відпускає, хазяйва. Бігом у підвал, у них у підвалі, я і сплю, і їм у них. Піду на другу вулицю, теж мене ніхто не відпускає по-чоловічески, теж забирають у підвал. Понимаєш як? Дружно, нормально. Друг друга спасають, допомагають. Дуже нормально, так. Да. Нічого не можу сказати. Слушай, Криса, все нормально, все тихо. Вера, Оксана пришла, корову забрала. Да вот это вот только-только выпроводил и сразу взял телефон, чтобы тебе позвонить. Грицик вчера был у меня. Сказал, в четверг принесет поросят. Привела 14 штук, вернее две, одна... 14, 1, 11, ну при бомбежке там 3 погибло. Так, ну все, до вечера. Давай, всего доброго. Пошлите, ребята. Сейчас поставлю, не важно. Расскажи, как ты здесь? А, да ну как, ну нормально, чего. Нормально бегаем, вот, ну, своей работы, огорода 40 соток, засажил огород. Ну, а так вообще что, стреляют, прилетают к тебе? Стреляют, прилетают к тебе? Да ну, это самое, бывают пульки, нахожу во дворе. А мин ложит? А? Мин ложит? О, вот же ж, гараж разбило, две мины в гараж попало, с той стороны... Этот самый вниз разбило, ну, дырку там залатал, крышу сыграл. Сюда вот минка попала в этот, в хату. Как раз мы сидели здесь, когда цокнуло. Здесь немного. Тихо не бывает. 8 индюков убило. Наш квадрат немножко перестали. Немножко. Было ну, больше. Ну тоже, да. Вот соседа крышу вот недавно улупила. Бьют каждый день, а стрельба.